Ну, снова здравствуйте. Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу. И сейчас мы делаем массаж грудной клетки спереди. В принципе, мы, когда переворачиваем человека, ну, если у нас полный массаж мы делаем, да, то мы перевернули, начали с ног, снизу вверх идем, потом живот, потом грудную клетку, шею и череп, ну, лицо и голову. Значит, живот мы уже в прошлом видеоролике рассмотрели. Переходим к грудной клетке. Смазали, ну, в зависимости от волосяного покрова, обильно маслом, настолько, насколько нужно, да. Тут нету такого общего принципа, чтобы там масла много, мало ли, да. Столько, сколько надо, чтобы было достаточно по вашему усмотрению. Теперь вдоль ребер они опускаются вниз, вот их раздвигаем пальчиками. И чуть-чуть с вибрацией идем вниз, освобождая человека от межреберной невралгии. Там между ребер есть такие короткие мышцы. Саму широкую грудную мышцу целиком распластываем и растягиваем. Вот как вы ее видите, приподнимаем вверх и растягиваем, размазываем. Ну, в принципе, как мужчинам, так и женщинам массаж груди делается одинаково. Про устранение мастопатии и, ну, там, гнойных всяких процессов, да, в груди, в молочных железах, это отдельный видеоролик этому посвящен, здесь не буду показывать. Вот так же, видите, растрясаем. Ну, мышцы, соответственно, растут от грудины в бок и вот туда вверх. Теперь обращаем внимание на ключицу. Растираем ее отдельно. Снизу под ней и над ней. Мышцы крепятся к плечу и как бы плавно переходят в дельтовидные мышцы. Под ними точнее. Ну, поэтому мы так достаточно сильно, глубоко пальцами проникая, проходимся вот туда, можно даже тому, кому позволительно, посильнее лапы леопарда. Ну, спрашивайте всегда, волоски там нормально терпят? Нет. Ничего не рвутся? Нет. Вот, значит, можно посильнее. Вот, соответственно, уже видим гиперемию, да? Хорошую. И у грудины есть как бы такие шишечки, которыми они крепятся, от которых крепятся ребра. Вот они, да? Значит, вот проходимся по ним, и отсюда же растут мышцы, да? Таким образом. Один палец идет вверх по грудине, а два в стороны. Вот рисуем как бы тройной лепесток клевера. Вот, впиваясь в человека. И в этот момент мы, вот где ключица, видите? Ключица снизу, мы в нее уперлись. И сверху вот ямочка, да? И ребная ямочка. Вот мы в них уперлись несколько раз. Так, а в этот момент мы человека обходим эргономично, не тратя его время. И завершаем процесс с обратной стороны. Уходим в ребра. И, в принципе, тут делаем то же самое. Старайтесь идти по ходу ребер. Вот они видно, да, отсюда идут вниз и сразу же поворачивают вверх. То есть вот так наше движение идет. Опять растираем всю широкую мышцу груди, малую мышцу груди. Ключицу отдельно, да? Теперь можно большими пальцами отделяем как бы вот место крепления грудных мышц от грудины. Целиком вот, вот так массивно отделяем. И переработанные клетки, продукты распада, вводим в подмышечную зону. Делаем это плотно и мягко. Вот туда, 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 туда. Они уходят под мышечную зону. Переходим на шею. Мягко обнимаем сосцевидно-подключичную грудинную мышцу. Грудино-сосцевидно-подключичная мышца. Вот она. Как раз зажимается удобно. Такой прием ножницы. Да? Только мягко. Мягко, не сильно. Мягко по ней проходимся снизу вверх. Да? Опуская лимфу. Со щек, с ушей, вот снизу вверх, проходимся по подбородку снизу, с
стимулируя этот вот процесс лифтинга подвислых шей. И уходим плавно вот туда, лимфу, вот туда. Вот ключица туда. Тут можно ключицу чуть приподнять. Только смотрите, чтобы не было больно. А лопатки опустить. Далее есть такой прием, который из пира. Возьмем его из пира. Просто изометрическая релаксация. Он хорошо расслабляет по диагонали все тело, всю спину. Знаете, иногда бывают, люди лежат и такие вот так закрепощены все, да? После этого приема они сразу и растекаются по столу. Значит, потренируемся. Противоположно берем плечо. На вдохе я давлю вниз, а ты поднимай вверх. Попробуй. Да. Только не грудную клетку, а именно плечо. Расслабились. Еще раз. О, вот так. Одно плечо. О, вот так, все. Ага, все, расслабились. Когда говорю расслабились, закончили упражнение и просто плюхнулись на стол, растеклись по столу, расслабили все мышцы. А здесь будем поднимать. Вот я в гребень подошвы костей давлю, поднимай бедро вверх. Нет, только бедро. Не, живот напрягаешь. Вот так. Сейчас. Так. Еще раз. Вот, да. Да, отлично. Ага. Все, получилось, молодец. Все, теперь приготовились и одновременно. Вдох. Плечо вверх, бедро вверх. Во-во-во-во, тянем. Сильнее. Фу, выдохнули. Между подходами где-то проходит секунд 5-7. Ну, лучше 7 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это мы досчитали до 7. Еще раз вдох. Видави сильнее. Выдохнули. Растеклись. Ну, соответственно, таких подходов вот 3, от 3 до 7 максимум на каждую сторону. Теперь здесь. Вдох. Бедром не в ту сторону давишь. Фух, выдох. Бедром еще раз. Вот в эту сторону. Угу. Вот в эту сторону. Сейчас. Так, еще раз вдох. Да. Фух. Ну, кстати, расслабляются косые мышцы, квадратные мышцы живота. Дополнительно расслабляются. Так, ну мы потихонечку переходим к шее. Вот мы ее сделали. Сверху вниз. Соответственно, то, что на голове, сверху вниз идет. Массаж лица покажем отдельно в следующем ролике. А сейчас, если его не надо делать, то некоторые завершающие приемы. Нет, голова лежит, лежит, сам ничего не делай. Предупреждайте человеку, что мне помогать не надо. Напрягаться не надо, сопротивляться не надо. Просто ваша задача расслабиться и ничего не делать. Растянули декомпрессионно шею. Вот несколькими такими вот приемами. Потом подогнули под шею руки туда поглубже, поставив их вот так ребром на стол. Вот так. А, я? Вот так? Не ты. А. Я. А. Между ними лежит шейные позвонки, отростки, да? И мы от грудных позвонков, ну практически там от третьего, четвертого позвонка, может глубже, да? Поднимаем шею. И как бы, получается, прокатываем ее по своим пальцам. Держи, главное, голову не поднимаем, ничего не делаем. Вот поглубже зашли, подняли. И медленно прокатываем на себя. Растянули, сделали из рук тарелочку такую. И пальчиками, вот посмотри, покажи снизу. Вот там пальчиками, сейчас покажу. Вот так вот, легонечко на себя. Поднимаем, подтягиваем шею, и человек еще больше расслабляется. Вот вообще покачали, прошли по волосяной части, ее размяли. С этой стороны большими пальцами по, ну такие спиралевидные движения, по линии роста волос. Уводим опять лимфу к шее. Идем поглубже. И теперь второй проход делаем с вибрацией. Вот с такой. Пошли поглубже и... с вибрацией. Опять подтянули шейку на себя, на тарелочке покачали яблочко, растянули мягко. Человек все больше успокаивается, здесь движения уже такие не сильные.
опять лимфу провели туда, захватили поглубже, и третий проход у нас идет по очереди. То есть каждая рука отгоняет другую. Заводим поглубже. Вот видите, как голова раскачивается. Вот опять натянули на себя, под сосцевидные отростки. Потянули, потянули, расслабили, расслабили. И уводим лимфу, может, по ушам даже, в сторону. Очень хорошо лимфа срабатывает вот таким движением, мягко, легонечко. Идем в тело человека, отдавая ему лимфу. Следующий прием. Нет, ты ничего не понимаешь, ничего не делай вообще. Следующий прием. Поворачиваем голову в сторону. Грудино-подключичную сосцевидную мышцу, вот таким образом мы обозначили, она видна, да? Ее методом релизинга, но на нее нельзя давить сильно, да? Ну, так, в принципе, вот можно легонечко размять. Упираемся, поэтому мы упираемся в то место, где она растет, и в то место, где она здесь. Мягко. Гипотенером ладони и тенером ладони. Растягиваем ее мягко, мягко, мягко так. Расслабляем, расслабляем. И сейчас будем проходить все шейные мышцы вот так вот по кругу. Ну, там лестничные и все мышцы с той стороны. Хватаем человека за затылок под ним ладонь накладываем, ой, предплечье накладываем на челюсть, а эту руку в плечо. И разворачиваем человека по спирали, то есть вот так, в этой плоскости, то есть перпендикулярно позвоночнику. Не убирая руки, перекладываем ее на скулу верхнюю, да, а здесь угол меняем и вот туда, под 45 градусов. Растягиваем вот в сторону. Под 45 градусов относительно оси позвоночника. Перекладываем руку на висок, а тут руку прям в тело. И примерно вот под 10 градусов. Относительно позвоночника. То же самое проделываем, соответственно, с другой стороны. Стянули. Перпендикулярно позвоночнику. 45 градусов позвоночнику. 10 градусов позвоночнику. И еще раз раскачали голову. Раскачали голову. Можно отдельно с этой стороны продавить малую грудную мышцу. И опять же уводим ее в к лимфоузлам. С этой же стороны можно, ну, особенно если, ну, это особенно хорошо, когда у человека поднято плечи, вот, да, он вперед загибает. Руку расслабили и вот проработали эту мышцу вот на таком растягивающем моменте. Видите, как вот я его руку расслабил, натягиваю на себя мышцу. То есть вот я ее натянул, мышцу, да, и параллельно я ее в бок отодвинул. Можно также массаж, перейти к массажу рук, но об этом опять же в следующем видеоролике. Вы увидите, спускаем лимфу с рук. Вот, а прорабатывать эту мышцу можно и отсюда, и отсюда. Вот рука расслаблена, висит, висит, вот мы ее сюда, сюда, растянули, растянули. Теперь уперлись в плечи и по очереди потянули вот туда. Можно с поворотом головы, но в принципе с поворотом мы уже делали. Еще раз растягиваем голову на себя, декомпрессируя ее. И положили пальчики под атлант. Да? То есть там, нам надо почувствовать, чтобы череп вот на этих пальчиках вот там катался как на одной точечке. Как будто бы он висит на одной точечке. Подняли и расслабили вот таким образом. Можем добавить немножко мануальных приемов. Растянули человека и расслабили. Ну, вот так вот завершаются
массаж всего тела. Можно, конечно, индивидуально, если кому-то там нужно, перейти к массажу лица, да, или к мануальным техникам дальше, или к массажу рук спереди, да. Ну, об этом обо всем вы узнаете в следующих видеороликах, а вообще лучше, да не смотрите вы это видео, все равно ничего не научитесь, пока вам не поставят руки, а руки поставят только здесь, только на тренинге и только у Олега Алафа Гудвина, понимаете? Это я, который популяризирую эти технологии, секретные массажные ноу-хау на всем русскоязычном пространстве интернета. Найдите мой телефон, Олег Олаф Гудвин, в Академии телесно-ориентированных практик. Вон там логотип. А, вот логотип, да. И, соответственно, подписывайтесь на наш канал в Ютубе, ставьте лайки, пишите позитивные комментарии. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока.